Накануне в Казахстан вернулся бронзовый призер азиатских игр Асланбек Шамбергенов. Теплый прием боксеру организовали его близкие, болельщики и тренерский состав. Ранее выступление Шамбергенова вызвало большой резонанс в спортивном сообществе. За выход в финал казахстанский боксер встретился с японцем Сиванрецем Акадзавой. По результатам конкурентного боя в 3-2 Шамбергенов завершил азиаду с бронзой. Несмотря на спорное поражение, большинство болельщиков выразили слова поддержки боксеру. Я шел на золото. Непонятное решение судей, но значит, так суждено. Взял третье место. Хочу сказать спасибо всем, кто поддерживал и переживал. Буду продолжать упорно тренироваться. Главная цель любого спортсмена – Олимпиада. Мы рады вернуться на родину, но мы расстроены результатами. Не смогли достичь целей, которые ставили перед собой, по разным причинам. Мы покажем, на что способны на Олимпиаде в Париже.